Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Мы сейчас с тобой находимся в административном здании ЗАО «Калининского». Не просто так. Дело в том, что в преддверии Нового года ЗАО «Калининского» проводила конкурс с 15 декабря по 15 января. Конкурс назывался «Новогоднее настроение ЗАО «Калининский». И каждый ребенок мог принять участие в этом конкурсе, нарисовав рисунок или сделав поделку на тему ЗАО «Калининское», молоко, сельское хозяйство и, конечно, любимые буренки. И сегодня здесь подводятся итоги этого замечательного конкурса. Ты нарисовала? Ну вот, останешься без подарка. Помимо того, что победители получили подарки от ЗАО «Калининский», я тебе так скажу, в этот день никто не ушел с пустыми руками. Ника, первое место, победительница, да? Это вот с этой картиной, да, ты вот победила? Да. Слушай, ну здорово вообще. Ты где-то занимаешься или вот просто сама по себе просто так хорошо? Сама по себе. Вот видишь, какая ты молодец. Я художник от слова «худо», а ты художник от слова «художество». Что больше всего любишь от ЗАО «Калининское»? Творожную массу. С курагой, да? Или с изюмом? С изюмом. Ты понимаешь, наш человек. У тебя даже игрушка, коровка. Класс. А это все представительство ЗАО «Калининское», да? Да, правильно. Волновалась? А вдруг не пройду, да? Вдруг кто-то делает гораздо лучше. Ты призовое место, да, заняла? Да. Какое? Третье. Почетное. Да. Что больше всего нравится? Кефир. Кефир? Да. Вот мы с тобой не участвовали, подарки не получим. А тут, оказывается, смотри, целый мешок вкусняшки. Gravity Falls. Мы тебя поздравляем. Тебе творческих успехов. Надеюсь, это был вот отличный старт у тебя для всех твоих побед. Но вот помимо привычной продукции от ЗАО «Калининского» появились новинки. На них стоит обратить внимание. Снежок, новиночка, топленое молоко, мое любимое. И масло сливочное. А на носу у нас что? Да не бородавка, а масленица. И без молочка, творога и масла сливочного, сама понимаешь, никуда.